Уже не раз говорилось о женщине за рулем. А вот женщина в магазине автозапчасти, ну, это уже совсем другая история. Так, Леш, закрывай магазин, 10-й час уже. Девушка, вы что-то хотели, а то магазин закрывается. Значит так, молодой человек, мне для технического обслуживания автомобиля нужно фильтр, тормозные колодки и это масло. У вас продается или это в продуктовом? Ну, если для машины, то у нас. Замечательно. Значит, заверните мне все это в ваш пакет. Секундочку. Какой фильтр? Какие колодки? Ну, я же вам говорю. Тормозные. Я понимаю. А для какой машины? Ну, что за глупый вопрос? Для моей. Хорошо. А какая у вас машина? А какая вам разница? Ну, красная. Да мне все равно, какой у нее цвет. А мне нет. Я что, по-вашему, под черные сапожки, я не знаю, желтую машину, что ли, должна покупать? Девушка, у вас какая марка автомобиль? А к чему этот допрос с пристрастием? Вам что, поговорить больше не с кем? Какая марка? Иномарка у меня. А как она называется? Она мне не говорила. Ну, просто красивая японская машина. Это Таврия. Как Таврия? Ну, если японская, то не Таврия точно. Может быть, это Тойота? Во! Она! Слава богу! Так, модель. Модель? Какая модель? Что значит какая? Да уж какая-никакая, а без работы не сижу. Да я, между прочим, занавески рекламировала. Да мои фотографии во всех журналах печатали. Так, я ничего не понимаю. Вы сказали, что у вас Toyota. Я спросил, какая модель, а вы мне про какие-то занавески. Значит так, я так полагаю, что колодки мне продавать здесь никто не собирается. Где у вас старший? Ладно, извините, не так выразился. Вы поймите, я ведь тоже не случайно задаю вам эти вопросы. А зачем? Познакомиться, что ли, хотите? Ну, так и скажите. Не хочу я с вами знакомиться. Не хочу. Хам! Где у вас старший? Ладно, опять не так выразился. Так хотите познакомиться или нет? Ну, хорошо, давайте знакомиться. Алексей. Молодой человек. Я с незнакомыми мужчинами в магазинах не знакомлюсь. Так чего же вы хотите? Тормозные колодки и масло. Ну, хорошо. Масло вам какое? Синтетика, полусинтетика, натуральное. У меня все натуральное. Давайте натуральное. Хорошо, натуральное. Все? А колодки? Тормозные? Да. На Toyota? Да. Хорошо. Какого года? А что? Тормозные колодки только совершеннолетним выдают. Да не вы! Машина ваша какого года? По мне не видно, что у меня все новое. Ну, то есть этого года. Значит, колодки вам нужны, скорее всего... 3 года. Ну, максимум 5. Так 3 или 5? Ну, не больше 10. Девушка, да поймите, что для каждой машины нужны свои запчасти. Свои. Ну, нельзя, скажем, на «Жигули» поставить колеса от «КамАЗа». Да? Да. Ну, так же и эти тормозные колодки. Да у нас более 30 видов. Это только на «Тойоту». И какие вам нужны, ну, я так и не понял. Ой,
Ну, значит, заверните мне их все. А я уж как-нибудь без вашей непрофессиональной помощи обойдусь. Ну, пожалуйста. Кредитки принимаете? Только на личный расчет, девушка. А что же мне тут полчаса голову-то морочили, а? Ну, неужели нельзя сразу было сказать? Где я вам сейчас наличные возьму? Ну, сервис, а? Я уже 3,5 месяца за рулем. Но если бы я знала, что это такое, права бы никогда не купила. Дорогие друзья, все мы любим анекдоты. Анекдоты – это народное творчество. Как говорится, у народа берем, ему же с благодарностью возвращаем. И вот сегодня первым свой анекдот рассказывает крупный специалист по комсомолкам, спортсменкам, студенткам. А, слушай, обидно, да? Товарищи, какой анекдот, честно слово? Вчера ко мне подошел товарищ Шурик. Говорит, с одной девушкой познакомился, слушай, комсомолка, спортсменка, да? У нее глаза черные, как черника, губы красные, как клубника, щечки розовые, как яблоко, фигура, как груша. Это любовь или нет? Я говорю, нет, товарищ Шурик, тебе фрукты надо кушать, это авитаминоз. Клянусь, честно слово, пошли на рынок. И вдруг на рынке меня чуть не обокрали, я поймал вора за руку. Я говорю, тебе не стыдно? Взрослый мужчина, а свою руку засунул ко мне в карман. Он говорит, тебе должно быть стыдно, взрослый мужчина, а в кармане ни копейки деньги нет. Обидно, товарищи, если вы согласны, давайте поаплодируем и пригласим сюда наших звезд эстрады. Один дядя долго думал, правда или врет. Поговорка, кто встал раньше, Бог тому дает. Ночью он во все оделся очень хорошо. И буквально в 5 утра по улице пошел. И на бульваре, где старая елочка, троих он встретил, все сняли с него. Осталось только на теле наколочка. Как видно, встал кто-то раньше его. Изя Рабинович, таких хватит прохлаждаться. Надо сделать в доме много дел. Зиля, успокойся, дай мне отдышаться. Ты не видишь, сколько я присел. Ха! Он присел, и это очень интересно. Что ж ты делал до того, нахал? А? И ответил города Изя Рабинович. До того я, Сылечка, лежал. Мужика, жена шипучая, то сделай так, то так, совсем замучила. При этом лишь одно решение просится. Короче, муж решил в окошко броситься. Течет ручей, бежит ручей, и все звончей и горячей. На подоконник встал мужик, и тут жена и сразу в крик. Чего полез? Thank you.
Как же тут не веселиться, не грустить от разных бед? В нашем доме поселился замечательный сосед. Только этому соседу 90 с лишним лет. До сих пор побегать любит, за девчонками наш дед. Пап-пап, пабара-пап-пап-пап, пабара-пап-пап-пап, пабара-пап-пап. Ни почем соседу годы, ни дедуля атлет. И на женщин сил хватает, Казанова, а не дед. Как-то раз догнал девчонку, но немного оплошал. Все никак не может вспомнить, для чего за ней бежал. Пап-пап, пабара-пап-пап-пап, пабара-пап-пап-пап, пабара-пап-пап-пап-пап, пабара-пап-пап-пап, пабара-пап-пап-пап, пабара-пап-пап. Эту песню я хочу посвятить одной очаровательной женщине. Ларисе Ивановне, которую хочу. Раз один грузин или армянин был голодный, видно. В ресторан зашел и мешок на стол положил солидно. Официант явно был не рад, рявкнул громче волка: убери, дружок, со стола мешок, здесь не барахолка. Щита крыта, был земляк так удивлен. Щита крыта, и ответил прямо он. Щита крыта, это вовсе не мешок. Щита крыта, это просто кошелек. Очень неосторожно и напевал все невозможное, возможно. При этом чукча явно очень торопился и головой во все вагоны сильно бился. Его спросили головой, зачем вы бьетесь? И умный чукча им ответил, зря смеетесь. Читать билеты, что и как сегодня сложно. И мягкий свой вагон найти лишь так и можно. Так и надо, все говорят. Так и надо, сам виноват. А за окошком с утра такая нынче пара, дождь прямо как из ведра. А жена мне: иди в магазин. Я в ответ ей: там дождь идет, син. Пытаюсь дать ей отпор, в такой-то ливень позор собаку выгнать во двор. Во двор, во двор, подожди, дожди, дожди. Аргументы мои позади, и теперь у меня впереди. Дожди, 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 подожди, дожди, дожди. Тебя ждет магазин впереди. Только жалко собачку, иди. Один, один. Встречались две мадам весной, и одна из них спросила у другой: что с тобою, ты худеешь просто день за днем? И подруга зарыдала, а потом прошептала, с глаз стирая тушь: изменяет часто муж. А подруга ей, смеясь, сказала: это не напасть, изменяет, если муж тебе подлец. Разойдись, и станет легче наконец. Карамболина, карамболетта, мерси, родная, за себя. Карамболина, карамболетта, но есть один всего.
нежной, чуть-чуть небрежной, я прозвелась ко всем чертям. Карамбулина, карамбалетта, но надо сбросить еще 40 килограмм. Мохнатый шемель обожает хмель, только сумерки в камыши. Там цыганская дочь, там ларек всю ночь, там всегда дружки-алкаши. Так вперед за цыганской звездой кочевой, на закат, где дрожат паруса. Шмель приполз домой, в общем, никакой, что приполз он, уже чудеса. Только шмель лечь собрался в постель, как со скалкой жена, вечный страж. Задала вопрос: будешь пить ты еще, а то стукнул лохматый алкаш. И она повторяла, разя наповал: будешь пить, разгильдяй. И лохматый шмель сдался и сказал: убедила, давай, наливай. Две гитары за стеной пели аж до ночи. Доктор, что это со мной? Сердце ноет очень. Не волнуйтесь, ничего я от вас не скрою. Пьете вы от того, в сердце перебои. Доктор, ваш диагноз крот, только я считаю, вы ошиблись явно тут. Я заявляю, перебои подпитья, никаких со мною, быть не может так, как я, пью без перебоя. Ну давай, давай, продолжай. Продолжай, мил человек. Есть у нас подозрение, что ты пародист-стукачок. Подразнить решил. Дурилка картонная. Иди, иди. Ты не бойся, мы тебя. Не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах. Ну, я много говорить не буду, я так же, как и они, анекдот свой спою. Давай, Сашок, на пасашока. Дама заявила косметологу, врачу: уши, как у Пугачевой, я иметь хочу. Глазки, чтобы черные, как у цыган. Нос, как у Роксаны Бабаян. Взяв с этой дамы 1 000 000 рублей, все, что просила, врач делал ей. И стала дама теперь Айджан, лицом ну прямо Аванесян. Время, когда матерились легко во дворе и на рынке, нам это знакомо. Слово бранное шло у ларька под пивко. Поругаться могли в кабинетах райкома, но вот мат запретили везде, даже дома. Чище делают нас, этот факт налицо.
позабыть все хотят. Я тоже пытаюсь, надоел этот мат. Только я сомневаюсь, молотком, если вдруг дашь по пальцу однажды заменить те слова, точно сможет не каждый. Средь ночи был муж распущен, в чем дело, спросил меня он. И я рассказала мужу про свой эротический сон. Что был во сне том смелом, в нем словно летала я. Он спросит, что он там делал, отвечу ему, не тая. Ты в этот сон чудесный, такой расчудесный сон, тебе скажу я честно, пришел и испортил все. Как нам сегодня не хватает нашего главного рассказчика анекдотов, великого Юрия Владимировича Никулина. Сейчас анекдот расскажу. Жена говорит мужу: давай в цирк сходим. Говорят, там Волочкова голая на слоне ездит. Муж говорит: надо сходить. Давно живого слона не видел. Если бы я был султан, я вместо денег вел бы анекдоты. Вот жизнь веселая была бы. Музыку давай, композитор. Поехали. Рассказал анекдот свежий и смешной. В магазине бери ты продукт любой. Продавца рассмешить, если не сумел, получай, что вчера кто-то уже ел. Неплохо, очень смех вместо рублей. И людям будет чуть-чуть веселей. И сразу станет среди всех армян миллионером Карен Аванесян. Шутка. Барбамбия, Киргуду. На вот, держи. Работу тебе нашел. Ой, ну наконец-то. Гипермаркету требуется менеджер по рекламе. Работа на свежем воздухе. А это как? А так, будешь прохожим листовки раздавать в костюме козы или коровы. Там что, других-то костюмов нет? А тебе что, костюм Евы подавай? Нет, ну, я не хочу быть козой. Или тем более коровой. Да какая тебе разница, в какой шкуре у гипермаркета пастись? В смысле, работать. Кто тебя там узнает? Тем более, что ты там... Не одна такая будешь, коза. Еще три тёлки и пастух. Нет, знаешь, все-таки это не мое. Нет.
Вот Светка мне тут газету дала. «Работа для всех» называется. Ну, и вот смотри, что я там нашла. «Познакомлюсь с молодой девушкой для встреч на ее территории». Ты что, с ума сошла? Да нет, это не то. Ты ниже смотри. «Привет, девчонки. Юбки до колена. Кому грустно и хочется лезть на стену, звоните. Ваш принц-студент Артем?» Да нет же, ты не то читаешь. Я же тебе говорю, это Светкина газета. Ты ниже, ниже смотри. Я читаю то, что обведено. Это Светка обводила, что ли? Ну, я не знаю. «Приглашаются молодые, симпатичные девушки на хорошо оплачиваемую работу в ночное время». Вот. Что вот? А ты узнавала, что это за хорошо оплачиваемая работа в ночное время? Ой, ну, я не знаю, может быть, официантка какая-нибудь в баре. Ну, или в крайнем случае, посудомойка. Да? А посудомойки им только молодые и симпатичные нужны? А старые и страшные моют плохо? Ну, я не знаю. Слушай, а ты, кстати, вторую часть объявления прочитала? Какую вторую? «Приглашаем состоятельных мужчин хорошо провести время в компании молодых симпатичных девушек». И тот же телефон. И про посудомоек ни слова. Нет, это мне не подходит. Так. Я не компанейская. Давай-ка держи свою газету и читай все подряд. Сейчас что-нибудь да подберем. «Требуется специалист по стрижке и триммингу животных для работы в салоне ветеринарной клиники». Ну вот, опыт у тебя уже имеется. Откуда? Собаку нашу стригла. Да, но ты же сам сказал, что после моей стрижки она на крысу стала похуже. Ну и что? Гавкать-то она от этого не перестала. Мы же с тобой даже не знаем, что это такое вот этот вот триминг. Тут специалист нужен. Хорошо, читай дальше. Так, требуется экскаваторщик, бульдозерист, автослесарь, а также водитель на международные перевозки, без вредных привычек, со своим МАЗом за небольшую плату. Они что там, издеваются, что ли? Моей жене такое предлагать. Они бы еще параметры водителя указали. 90-60-90. Да. Ну и потом, где я им МАЗ возьму? Давай дальше читай. Так, предлагается работа на танкерах и контейнеровозах. Требуются штурманы, механики, данкерманы. Кто? Данкерманы. А? Матросы, мотористы, а также приглашаем кадетов морской академии на период летней практики. А они что там, нормальную работу не могут предложить? Да если моя жена будет работать этим самым данкерманом, да еще с кадетами морской академии, да меня мужики засмеют. Давай дальше. Предлагается работа в Скандинавии и Западной Европе для мужчин и женщин от 18 до 55 лет. Фабрики, теплицы, фермы, стройки, гостиницы и дыр. И что? И дыр. А, не, нам это не подойдет. Ну почему? Знаем мы эту работу в Скандинавии. Им лишь бы заманить человека, а потом паспорт отберут и будут таскать по гостиницам, стройкам и теплицам. Причем бесплатно. Ну,
зачем ты так говоришь? Ну, я понимаю, если приглашали только девушек. Но ведь вот же, берут и мужчин, и женщин до 55 лет. Вкусы у всех разные. А в Скандинавии знаешь, какие люди? Ну, скандинавы. Ну и потом, объявление-то одно. А в агентство придешь, одних берут от 18, а других до 55 нет. Ну, ладно, хорошо, хорошо, давай дальше. Требуется переводчик с английского на русский. И наоборот, оплата высокая. Sprechen Sie Deutsch? Чё? Я тебя спрашиваю, ты английский знаешь? Ты в школе какой язык изучала? Арабский. Где ж ты такую школу нашла? Английский надо было изучать. Вон, люди переводчика днем с огнем не могут найти. Готовы любые деньги платить. А на арабский изучай. Давай, читай дальше. Ой. Дам дополнительную работу станочнику широкого профиля. А это как? Тебе это не подойдет. Почему? У тебя профиль узкий. Требуется репетитор по игре на флейте. Ты не умеешь? Ну как же, ты вроде говорила, что раньше там играла. Ой, ну это ж я на гитаре играла. Ну какая разница? Давай предложим, пусть сначала на гитаре научится играть. Нет, ну тут же ясно написано, на флейте. Да и потом, на гитаре-то я всего 3 аккорда знала. А сейчас и половины не вспомню. Нет. Люди с жиру уже бесятся. Тут посудомойка не устроится. Они на флейтах играют. Нашли время. Буржуи. Смотри, смотри, какое объявление. Хочется сходить в гости, а малыша оставить не с кем. Нужна няня, 20-30 лет, добрая, ласковая, заботливая, стройная. Желательно блондинка. Для мальчика 15 лет. Знаем мы этих мальчиков. Тут на одну в подворотне напали, она в полицию. Насильников поймали, а у них возраст 14-15 лет. Ну? Ну, ее и посадили. За совращение малолетних. А твое-то объявление вышло или нет? Да. Женщина ищет работу. Звонить в любое время. И телефон. Да кто ж на такое клюнет? Человек с высшим образованием. Арабский знает. А объявление грамотно, вкусно составить не может. На, давай, записывай. Молодая. Общительная. Очаровательная женщина. Нет, напиши девушка. Рассмотрит ваши предложения. Имею высшее. Нет, напиши 2 высших образования. Хотя, если столько образований, то какая ж ты девушка? Напиши просто. Студентка, недавно окончившая вуз. В совершенстве владею арабским. Нет, напиши иностранным. Нет, напиши просто. Владею языком.
устроит любая высокооплачиваемая работа в любое время суток. Кроме ночи. И вечера. Предпочтительно должность руководящего работника. Звонить днем с 2 до 3. Почему именно с 2 до 3? О, это интригует. Пусть поволнуются. Да. Напиши. Интим не предлагать. Правильно. Хотя нет. Про интим не надо. Пусть надеются. Как говорится, надежда умирает последней. Ну, повтори. Повторяю. Платформы. К логопеду сходи. Солнце светит ярким светом, и Москва во всей красе. Почему же люди летом на рыбалку едут все, а в Подмосковье ловятся лещи, ловятся грибы, ягоды, цветы. Лучше места даже не ищи, только время зря потратишь ты. Внимание! Поезд Москва Малой Караси задерживается. Тьфу, зараза какая! Эй! Ребята, у меня отличные новости. Я получил телеграмму. Нас с вами приглашают петь оперу в Метрополитен Опера. А ничего у тебя костюмчик для рыбалки, а? Что с ним костюмчиком? Нас приглашают петь оперу в Нью-Йорке. В Нью-Йорке? А где такие Нью-Йорки? В Нью-Йорке? Что ты что? Ура, Нью-Йорки в Нью-Йорк! Какая опера? Мы договорились поехать на рыбалку в Малые Караси. Я уже все придумал. Мы с вами будем петь Моцарта, Пуччини, великого композитора Гуно. Прекратить Гуно! Мы месяц собирались, созванивались, снасти покупали, червей копали. Мы Дашу уговорили с собой поехать. А где Даша? Что-то я ее не вижу здесь. Чего это ты на рыбалку в шубе поехала? Ну вы же сказали, надеть что-то старое, чего не жалко. Вот норка из прошлогодней коллекции, ее не жалко. Мужа твоего будущего жалко.
Да что вы вообще говорите? Это же Нью-Йорк! Метрополитен Опера! Лучи славы! И мы такие выходим на сцену, все в лучах, счастливые, публика рукоплещет нам! Нью-Йорк! Щучка! Окушок. Карасик. И поплавочек так. Клюнь-клюнь, клюнь-клюнь, клюнь-клюнь. И чешуйка на солнце сверкает, и круги по воде. И хорошо, тихо. Афиши по всему Нью-Йорку. Красная дорожка, усыпанная лепестками роз. И мы идем по ним в лучах славы. Цветы по пояс. Солнышко чуть привстало. Туман по травке стелется. А тут уже ушица в котелке. А там банька натоплена, венички запарены. Предлагаю компромисс. Едем в Нью-Йорк, поем оперу. На вырученные деньги покупаем моторную лодку тебе. Катер. И 8 банок червей. 7. И мормышку по рукам. Но сценарий придумываю я. Хорошо. Какой у нас будет сценарий? Стандартный. Ну, какой? А мимо тещиного дома я без шутка не хожу. То крючки в окно засуну, то мормышку покажу. Грандиозно. В стиле 50-х годов прошлого века. То есть теща, муж, жена, это ну, треугольник. Да, да, классика. Ладно, будем распределять роли. По местам. Надеюсь, петь имеют все. Так, Леша, возьми соль. Так я взял 3 пачки поваренная. Так, Витя, возьми до. Ну, так я возьму и до, и после. Нет, ты сейчас возьми. Давай. Пожалуйста. До. Ми бемоль. Ми бемоль. Соль. Так соль я взял. 3 пачки поваренная. Вау! У нас есть примадонна. Все, мы будем за нее держаться. Не в этом смысле за нее держаться. Прекратите вы. Скажите, а частушки его перепоют, а то, да? Мы с Батуриной вдвоем прямо в опере споем. Не поют. Да ну вас! Действительно. Так, нам нужно это, либретто. Либретто. Сейчас посмотрю, а что это? Либретто – это сценарий. А, так вот тебе, пожалуйста, сценарий. Как-то муж пришел домой, что там видит, ой-ой-ой. Стоп, стоп, я же сказал, мы частушки не поем. Я тебе не пою, я тебе либретто рассказываю. Муж приходит домой. Ну, а дальше? И дальше по ходу придумаем что-то. Симпровизируем? Конечно. Ладно, кто будет муж? Кто будет муж? Кто будет муж? Парни, женой будет Даша. Кто будет мужем? Я! Простите, а можно все-таки я? У меня и соль есть. Муж должен быть баритон. О, Миша, Белов, ты можешь быть баритоном? Конечно, могу. Ну? Могу быть басом. Могу тенором. Так, репетировать будем прямо здесь. Что, на платформе, что ли? Для настоящего артиста и платформа сцена. О, муж, очень кстати. Так, давай, запоминай либретто. Значит, однажды вечером... Нет, лучше утром. Не, лучше вечером. По-моему, лучше утром. А муж пришел домой пьяный. Не, лучше трезвый. Не, слегка выпивший.
К любовнице. К любовнице? Он пошел к любовнице. Дашенька, успокойся. Он придет домой, к жене. Все будет хорошо. Спасибо. Да, да, да. Домой иди, домой нет. А вот и он пришел домой с работы. Муж любимый, я тебя увидел так рада, родимый. А я среди барахла твою заначку нашла. За что, о боже мой, за что, о боже мой, на эту мышь облезлую 3 года я копил. Красиво же! О боже мой! 140 тысяч! О боже мой! За скидкою! О боже мой! Да ну тебя, дебил! Грандиозно! Так, теперь муж видит тещу. Но я ее не вижу. Ну ты ее почувствуй, почуй. Унюхай! Что теща снова там готовит? Мой нос противный запах ловит. Опять из плесени бульон. Откройте кто-нибудь балкон. Отлично, теперь мне нужна теща. Если хочешь, возьми мою. Да нет, нам в оперу нужна. А, в оперу. Так, тогда давайте устроим кастинг. Отлично, кастинг. Поехали. Кастинг. Не, ну это слишком молодая какая. О, мадам. Нет, это слишком сексапильная. Анна Петровна? Николай? Анна Петровна, дело в том, что ваш зять был очень недоволен тем, как вы готовите. Говорит, воняет на всю улицу. Ныл на всю платформу. Кошмар. Убью. Так. Иди сюда. Я... Зять, закрой-ка поддувало, всех нытье твое достало, я в гробу тебя видала. Съешь с грибочками рулет. Мама, вы мне это бросьте, вы приехали к нам в гости, обещали на недельку, а живете 8 лет. Уезжай домой, тебя мы умоляем. Вернись в Саратов, не зли меня. Так, 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 стоп, какой Саратов, какой Саратов? Ты посмотри, в чем у тебя теща ходит. Вон, в ушах блесны, на шее поплавки, в пупке пирсинг из мормышки. А жена? 2-й год в одной и той же шубе. Ну, а чего вам от меня надо? А вот пускай она тебе и расскажет, что ей от тебя надо. Давай. Сердце красавицы склонно к покупкам, к шубам, бриллиантам, туфлям и юбкам. Кстати, купальник мне нужен новый. Пойду на шопинг, я в центр торговый. Мне нужен Гуччи, нужен Версачи. А кто за все платит? Конечно, я. И я, и я. Ой, мама моя, и я. Что за фигня? Минуточку.
А это кто у нас? Кто, любовник? Чей? Мой! Очень оригинально. А ты не умничай. Хорошо, тогда пусть любовник подождет где-нибудь в шкафу. Да? Понял? Любимое место. Вот. А у мужа как раз сейчас должен случиться этот... Приступ. Приступ. Приступ, отлично. У мужа приступ. Это приступ... Радикулита. Нет, приступ... Икоты. Нет, лучше приступ... Радикулита и икоты. Ой. Да, но он ко всему этому относится с юмором. Ой, ой, ой. Ой. А теперь еще у него случается и приступ ревности. Вы уже определитесь в конце концов. Что мне играть? Ревнуй. Давай ревнуй. Ревнуй. Сильнее ревнуй. Больше. Еще сильнее ревнуй. Совсем сильно ревнуй. О, но не забывай, что у тебя еще радикулит и кота. И ты ко всему относишься с юмором. Давай. Секундочку, а теперь мы вытащим из шкафа любовника. Ну-ка. Вот. И вот обращайся к любовнику. Ну-ка. Ты кто такой? Ой-ой-ой. Как ты здесь оказался? Отвечай. Я ни при чем, я мимо проходил, прямо в трусах в баню спешил. Вдруг вверху разверзлись небеса, и дождь пошел. И я залез в окно, дождь переждать, сижу часов уж пять. Так, я хочу видеть жену, после такого я хочу увидеть жену, где жена? Как ты могла завести себе любовника? А это не мой. А чей? Мама? Да я теща, я мать, так что же? Мне с любовником быть негоже. Только бабоньки замужем я 30 лет. Ну, разок, почему бы и нет? Слушай, ну я не хочу в Нью-Йорк, я хочу на рыбалку. Потерпи, Саня, сейчас быстренько сгоняем в Нью-Йорк. И на рыбалку, понимаешь? Там все будет нормально. Камыши. Вот сейчас нам понадобится домработница, беременная домработница. Не-не-не, на меня не рассчитывай. Коль, ты будешь прекрасной беременной домработницей. Ни за какие коврижки, ты чего? Разрешите вас отвезти в камыши? Так. В камыши. В камыши. Где у вас уже стоит катер, а в катере 7 банок червей. И не только. А на самом видном месте лежит что? Мормышки. Мормышки. Вот гад, а? Ты и мертвого уговоришь. Мой, Коля. Коля не твой. Я говорю, полы мой, Коля. Натоптали, ох, натоптали, ох, натоптали, они опять. Надоело, ох, надоело, весь день за вами тут убирать. В этом доме, ох, в этом доме я домработницей служу. Очень скоро, ох, очень скоро я от хозяина рожу. Что? За что, о боже мой? Бывают же
случайности. За что, за что, о боже мой? Я в темноте не тут. Возьму я в руки ножницы, вжик-вжик. За что, о боже мой? Тебе сейчас достанется и твоему коту. А кот-то здесь при чем? Без женщины жить нельзя на свете, нет. Всем нужны бабы, это не секрет. Даже и мужу, и коту не в моготу, не в моготу. Мне тоже. Без женщин жить нельзя на свете, нет. В них наше счастье, как сказал поэт. С них можно снять одежду и целовать их нежно, и отправлять их в декрет. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Что теперь? Не знаю пока. Предлагаю, жена и теща выгоняют мужа из дома. Золотая ты моя, спасибо! Ну-ка, девочки, а ну-ка, гоните его. Минуточку, с переломами или без? Ну, как получится. А ну-ка, собрал манатки и вон отсюда! Фигу вам! Фигу вам, фигу вам, фигу вам, фигу вам! Фигу вам! Эй, фигу вам! Я здесь прописан! Что? Фигу вам! Я здесь живу! Что ты сказал? Ах ты дурак! Мама, держи! Не подходи! Сейчас ему дам челюсть ногой! Только не в челюсть! Ой-ой-ой-ой! Ну-ка, придурок, пошел вон из дома. Как я поверила гаду такому? Ты так и знаешь, что уйду я к другому. Только не надо ко мне, я женат. Ты не достоин совсем моей дочки. Ты не желаешь кушать грибочки. Сейчас я как тресну шваброй по почкам. А я добавлю колено под зад. Как же меня вы достали, заразы? Вы уж совсем потеряли свой разум. За 10 лет я ни разу здесь не услышал от вас похвалы. Я местный кот и зовусь я Василий. Я очень мирный, я против насилий. Но если нервы трепать не решили, в тапки вам всем я накажу, козлы. Я ваш сосед, вы орете полдня, как же вы все задолбали меня. Закройте рот, я вас прошу, не то я всех сейчас придушу. Я думаю, что это произведение вполне можно везти в Нью-Йорк. Мы прославимся. А вот эту вот телеграмму я поставлю в рамочку на самое видное место. Подожди, буду подожди, смотреть на нее по праздничным дням. Дай-ка я прочту, подожди, так. Какая Метрополитен опера? Тут написано, приглашаем вас в Метрополитен к оперу. А, это я в метро чемодан потерял. Видимо, нашли. А, ну, перепутал. Чего не бывает. Внимание, пивуны! Пока вы пели, поезд Москва Малой Караси давно ушел. Моторная лодка, говоришь? Катер в камышах. 8 банок червей. 7. Мормышки. Я прошу прощения, сколько лет работаю на железной дороге, я такой фигни еще не видела. Эй,